Здравствуйте, друзья. Сегодня мы собрались как раз для продолжения нашего разговора. Понимаем, что крайне тяжело современному человеку встать даже на духовный путь и начать вкладывать силу своего внимания не на те отвлечения, которые ему преподносит современный мир, а действительно на свое духовное развитие. Почему тяжело? Потому что в первую очередь, я бы сказал, информированность СМИ, ну и сама жизнь, она слишком скоротечна и слишком быстра. Плюс, ну этого уже никто не отрицает, происходит именно ускорение времени. С одной стороны, у нас как было 24 часа, так оно и осталось, и вроде бы ни одна секунда не пропала. Но с другой стороны, даже дети говорят о том, что время течет слишком быстро. Ток времени и фиксируемые промежутки времени, когда то, чем мы фиксируем, оно находится внутри системы, оно движется вместе с системой. И для нее как бы эти 24 часа с каждой секундой так и сохраняются. А вот внутренне мы понимаем, что ускорение, оно играет огромную роль, а вся материя, она движется с ускорением. Естественно, это сказывается и на токе времени. И наши сутки, они сокращаются. Достаточно вспомнить, ну, во всяком случае, нам с Игорем Владимировичем точно есть чем сравнить, как лет 40 назад, скажем, текло время, тянулось. И сейчас разница существенна. Ну, также и многие другие люди отметят, что сейчас даже когда человек что-то ожидает, и это ожидание, которое должно тянуться, оно все равно проскакивает намного быстрее, чем было когда-то. Поэтому сокращение времени, физического времени сокращения в конце, скажем так, существования этого мира, оно описано было давно. Много об этом писали, много говорили. Поэтому, скажем, понимая все эти условия, в которых существует сегодняшний человек, мы пытаемся хоть как-то достучаться. Несмотря на то, что мы очень много рассказали уже давно того, что на сегодняшний день происходит, и это уже замечают и отмечают все, а ну когда мы этого рассказывали, этого не было видно еще, во всяком случае, в окно. Сейчас это видно. Но тем не менее, люди легкомысленно относятся к этому. Мы не пытаемся кого-то запугать. Это ни в коем случае, никакими-то климатическими изменениями. Это было бы в первую очередь ну просто недостойно нас. Поэтому этого мы не делаем. Но мы обязаны рассказать, хотя бы немножко предупредить тех, кто слушает. Надо отметить, что на сегодняшний день к нам прислушивается очень много людей, очень много людей присоединяется. И вот здесь тоже интересно. Движение «АЛЛАТРА», организация фактически есть, конечно, это международное общественное движение «АЛЛАТРА». Организация существует, потому что люди объединены. Тоже это можно назвать сообществом, движение в духовном направлении каждого индивида, причем в своих религиях. Здесь есть только практика и действительно духовная работа над собой. Или же элементарно что-то делать позитивное и хорошее, то есть то, что объединяет. У нас очень много участников разных вероисповеданий, и это замечательно. Сам факт, что люди, находясь в различных религиях, пытаются в них разобраться. И на сегодняшний день вот, «Единое зерно» — проект, который организовали люди и который они реализуют, это замечательный проект. Почему? Потому что он позволяет множеству людей в разных религиях находить те зерна, которые объединяют их вместе. И это действительно, вот, я думаю, Анечка немножко расскажет, это действительно сплочает людей. Почему? Потому что люди начинают понимать, что разъединяет людей только сознание. Если его убрать, остается только любовь, остается свобода и истина, остается то искреннее счастье, которое одно на всех. По-другому этого не скажешь. И слава Богу, что у нас с каждым днем все больше и больше людей, которые это понимают. Настя, подожди.
Коли я познайомився з МГР «АЛЛАТРА», то зрозумів, що на всій земній кулі багато людей з добрими намірами. Це люди з різних осередків суспільства, люди різних національностей, віросповідань, професій. Деле все очень родные и близкие, особенно когда начинаешь изучать, сколько всего общего есть. Участники АЛЛАТРА ТВ по всему миру реализуют огромное количество интересных проектов, передач, которые совершенно относятся к разным сферам. Срдечно вас здравим. С вами АЛЛАТРА ТВ, Československо. The АЛЛАТРА International Public Movement is that new age that everybody has been waiting. Debido a esto, todo lo que se realiza por el movimiento АЛЛАТРА, eventos internacionales, conferencias. Dane Shekshetovy Ruh jest otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Del movimiento sociale internazionale АЛЛАТРА vengono realizzati un gran numero di progetti. Menschen wie ich, die andere Teilnehmer, die ich bei EGB АЛЛАТРА. Ուզգային հասարակական շարժում ԱԼԱՏՐԱ-ի շրջանակներում իրականացնում են բազմաթիվ հասարակական սոցիալական մշակութային ծրագրեր. When I first met the AllAtra International Public Movement, I understood that there are a people, a lot of people with good intentions across the globe. There are people from different walks of life, different nationalities, religions, professions, and so on. There are Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, and all of them are united by a common idea, the desire for unity. Regardless of nationality, religion, AllAtra International Public Movement is one where love, kindness, and sincerity are embodied in the actions of everyday people. Сейчас хотелось бы предоставить слово Анечке немножко о том, насколько единое зерно, вот этот ваш проект, насколько он значим на сегодняшний день для людей, которые принимают участие, и насколько он объединяет весь мир. Мы также с удовлетворением отметили тот факт, что, оказывается, люди, разделяющие, скажем, наше мнение, они есть во всем мире. И их очень много. И слава Богу, и спасибо им за то, что они есть. Это радует. Это говорит о том, что во всяком случае не зря мы тратим свое время, которое бы мы могли потратить на другое. Но мы тратим его на то, чтобы немножко пообщаться с вами и хоть как-то, хоть что-то объяснить. Да, проект «Единое зерно» действительно сегодня — это огромная просто возможность для каждого человека, какой бы религии или национальности он ни принадлежал, действительно глубже разобраться вот во всех этих вот мировых действительно и писаниях, и том едином общем зерне, которое лежит в основе. Вот сейчас участники проекта «Единое зерно», они общаются и берут интервью у ученых со всего мира, и также у людей в социальных опросах. И что мы уже сейчас наблюдаем, это огромный интерес от людей совершенно разных стран, которые подключаются к этому, и они подключаются из искреннего побуждения действительно разобраться, потому что что? Вот на созвонах люди рассказывают из стран СНГ, из стран континентов Америки, это и север, и юг, и Дальний Восток. Люди делятся тем очень похожими историями о том, что они искали. То есть они искали, находились часто в духовных поисках. И вот действительно все люди, которые искренне пытаются найти Бога, которые чувствуют этот внутренний позыв, они принадлежат разным религиям. И вот все его ищут. Да. В действительности ищут. А оно же все просто. Оно просто, и они делятся, что они он даже… Он хочет разобраться. Да, да. И вот здесь да. Интересный момент, когда люди начинают заниматься, когда они начинают смотреть открытыми глазами на свою собственную религию, они начинают действительно понимать тот факт, что Бог существует. В них появляется уже не просто вера, как им внушали, в них появляется уверенность, которая граничит со знаниями. Даже не обладая опытом, но люди начинают чувствовать, что это правда. И вот это вот замечательно.
И это чувство, оно сподвигает к тому, чтобы поделиться им дальше. То есть, правильно. Почему люди действительно сейчас очень много предпринимаются инициатив. То есть, каждый человек, он, например, кто-то знает язык, может, даже не в совершенстве, но уже этот навык он применяет для того, чтобы эти знания можно было применить во благо, для объединения людей. Или, например, подключают своих друзей, знакомых, люди совершенно разных профессий подключаются и открывают в себе даже, ну, такой потенциал исследовательский, который они даже бы раньше не предполагали, что он есть. И настолько... Люди действительно вдохновлены этой идеей объединения, потому что каждый на самом деле внутри чувствует. То есть, знаете, такое вот ощущение искреннее, что оно вот назрело у всех, у каждого, на любом континенте, в каждом городе. То есть, как будто люди вот этого ждут. Просто а вот это и... так, это потребность. Да. Это действительно потребность. Ведь в действительности очень многие люди, они чувствуют. Чувствуют, что происходит с климатом. Чувствуют, что происходит с миром в целом. И они чувствуют ту потребность, которая в действительности на сегодняшний день очень сильно назрела в духовном становлении, в духовном развитии. Из того, что им рассказывают, они не находят ответа на свои внутренние вопросы. И вот люди пытаются сами разобраться. И вот когда они начинают находить, естественно, все преграды рушатся. Это правда. Да, действительно, понимание… Это мы сейчас видим, и это не может не радовать, хотя бы потому, что это дает шанс. А какой шанс? Мы поговорим чуть позже, извини. Действительно, вот как вы говорите, преграды рушатся, и очень что отмечают люди, почему именно вот в «АЛЛАТРА» они находят вот это истинное внутреннее, что они искали. То, что вы говорили, это реальное знание, реальное внутреннее знание, которое направлено на то, что на понимание того, что в основе любой религии лежит одно и то же. И потому что когда человек, он уже тоже соприкасался, да, с тем учением. Ну, просто нам такие истории рассказывают, что скорее, что с Лондона, ну, на самом деле, с разных вообще источников и уголков мира одни и те же истории, что человек, он там искал, и везде что-то вот, ну, как бы по верхам. А здесь вот даже такие истории, что люди буквально первые две книги прочитали или передачу посмотрели, все, они уже уловили суть. То есть они уже почувствовали и сразу звонят, обращаются. Мы хотим действовать, мы хотим волонтерами что-то пробовать, что-то делать, искать, что-то делать. Это потому, что мы говорим правду, и мы говорим о сути. Мы делимся опытом, и еще самое важное, нам ничего от людей не надо. Это самый основополагающий фактор. Ведь все институты, которые строятся, ну понятно, мы живем в материальном мире, и необходимы средства для того, чтобы эти институты существовали. А так как это потребительские институты, то, естественно, здесь происходит маленькая метаморфоза, когда истина превращается, ну так культурно говоря, в источник дохода и в существование данной организации. У нас все по-другому. У нас от каждого по возможностям и тот, кто хочет. И если он что-то делает, он делает это сам. Ни у кого ничего никто не просит. Мы просто делаем то, что нам нравится, то, что мы хотим, и то, к чему мы стремимся. В этом весь смысл. Конечно, многих людей это ставит в тупик, вот, задают вопросы, хотя бы даже вот как в съемочной, вот с откуда камеры, с откуда это все. Да, все людское. Просто люди. Просто люди. Это принадлежит тем, кто это принес. Это их. Так же, как и помещение и все остальное. Это частная собственность разных людей, но мы ее эксплуатируем так же, как и делимся своей собственностью. Но опять-таки мы делимся для людей в первую очередь. Да, мы тратим время, зарабатываем какие-то средства, но мы их, скажем так, те средства не пускаем в самопотребление, да? А мы пытаемся на них что-то сделать, что-то создать. И для нас эти средства — это всего лишь источник определенных возможностей, но не больше. Но ни в коем случае это не средство для обогащения нас как индивидуума. Ну, это было бы смешно и неправильно. Есть люди, которые приходили к нам, чувствуя, что здесь есть то, что называют силой, тот же Аллат. И многие стремятся именно за этим, как за магией, для того, чтобы обрести какую-то силу для улучшения своей материальной жизни или для реализации своих, ну, потаённых таких желаний от гордыни. Естественно, не получая этого, они «АЛЛАТРА» немножко критикуют, говорят: «А что ты получил-то? Извините, это не торговая точка, которая что-то продает или раздает. У нас все открыто и все. Все мы рассказываем и даем людям, и рассказываем, с чем они будут сталкиваться.
Это люди, которые делятся своим опытом, своим духовным, настоящим опытом. То, что они переживают на своем пути, и то, что они переживали, эти навыки, которые они получают, они их не скрывают, они делятся ими. Они действительно об этом говорят. Еще вот интересный момент. Ведь испокон веков всегда все держалось на некой тайне. То, что мы не видим вооруженным глазом, и это привлекает очень сильно сознание. Это действительно притягательно лишь для сознания, для людей духовно свободных, и множество это подтвердило, люди это чувствуют, они этому не удивляются. А вот для сознания это заманчиво. И для сознания всегда заманчиво была тайна, что и использовали многие люди, делая из элементарных знаний великое таинство. Они покрывали это мраком, каким-то тайнодействием, каким-то ритуалом, ну и выбирали роль посредников таких. Вопрос в другом. Вот это все тайное и невидимое, оно действительно привлекает людей. Но что привлекает? В первую очередь привлекает сознание людей. Почему? Потому что это все граничит с некой магией, это граничит с чем-то непознанным, с какими-то явлениями и тому подобное. Хотя на самом деле, ну, на мой взгляд, гораздо интереснее, когда люди занимаются духовным саморазвитием. Вот тогда начинаются настоящие чудеса, когда они прекращают играть в духовность, я бы сказал так мягко и аккуратно. Ведь в действительности очень многие люди, они просто создают видимость того, что они занимаются своим собственным духовным развитием. Их это вполне устраивает, ну а на самом деле это всего лишь игра. Это вот как берет человек определенный образ и пытается ему соответствовать. Какое-то время, когда на людях или когда ему становится скучно, чем-то себя развлечь. А духовное развитие, оно не может быть игрой, это жизнь. И вот когда люди действительно начинают жить собственным духовным развитием, когда они стремятся к свободе, к настоящей внутренней свободе, не той иллюзорной, которая налаживает сознание, ее невозможно найти, эту свободу, идущую от сознания. А духовная свобода, та искренняя, настоящая любовь, которая, скажем, дается человеку только трудом, настоящим трудом, вот тогда начинаются настоящие чудеса. На самом деле людей огромное количество, которые это чувствуют, то, что вы сейчас говорите, и они это чувствуют даже просто соприкасаясь на каком-то уровне с сознаниями, будь то передачи или книги, сразу же внутри просыпаются действия, и это действие приводит к тому, что даже человек, будучи один, но он стоит тысячи, потому что он начинает столько предпринимать, как, знаете, активировать все свои ресурсы и возможности. Правильно. Для того, чтобы донести это дальше, для того, чтобы… И вот здесь тоже кроется маленький феномен. Почему человек, когда он сталкивается с настоящими знаниями, получает первый духовный опыт, настоящий опыт, не иллюзию, которую ему навязывает сознание или ему кто-то рассказывает, а действительно опыт, почему его трудоспособность многократно возрастает? Потому что он становится свободным. Он духовно свободен. Он свободен внутренне от всего этого материального бремени. И он понимает, что такими же свободными он может сделать других людей. Что то, что чувствует он, могут почувствовать и другие люди. А ведь это чувство безграничной радости — это то счастье, за которым люди стремятся. Это та истинная свобода, за которую люди борются, а оно оказывается рядом. И вот этим пониманием, вот этим откровением, ну, человек не может не делиться. Это идет изнутри. Вот поэтому такое происходит. Ведь никто их не заставляет, никто не просит. Это внутреннее желание и внутреннее стремление. И также понимание еще той ответственности, которая возникает внутри. Ответственность прежде всего за тех людей, которые просто тонут. Естественно, что у «АЛЛАТРА» огромное преимущество только лишь потому, что мы говорим об истине, которая есть. Мы говорим о том, как. Другие говорят, что ты должен. Мы не говорим, что кто-то кому-то должен. Человек свободен в выборе, и он имеет право даже на совершение ошибок. Когда человек приходит на сознание, но приходит он, чувствуя его именно внутреннее, его личность подталкивает на то, чтобы человек начал духовно расти, духовно развиваться.
И именно тот, как Анечка говорила, люди видят истину, они обретают свободу с первых слов, с первых пониманий, когда они понимают, что сознание их, оно лживое, оно разделяет. Когда люди понимают, что достаточно убрать сознание, и что остается? Именно установки сознания убрать. И оказывается, нет разделения, оказывается, есть только любовь. И эта любовь, она объединяет всех людей. И все люди равны. И все люди — это одна большая семья. А границы, еще что-то, политика — ну это условности, которые созданы, которые есть в современном мире. Но это не определяющий фактор. Это всего лишь условия существования их тела. Но в духовном плане все люди — они родственники, они роднее ближних. Но сознание-то рассказывает совершенно другое. Я не раз об этом говорил, что даже в семьях оно ставит препятствия. Люди в маленькой человеческой ячейке не могут навести порядок. Это в религиях или в миру, да? То есть мы брат, сестра и тому подобное. А ведь в духовном плане каждый человек понимает, ну тот, кто обладает опытом, я к нашим и обращаюсь-то, а нет пола. И вот это весь феномен. Душа или Личность, она обладает половым различием лишь своего тела, в котором она находится, и диктовкой сознания. Сознание, оно всегда манипулирует, всегда диктует массу желаний, различий и всего остального. Но когда человек обретает свободу, он и становится тем ангелом, бесполым существом. В этом парадокс. А здесь огромная организация, сообщество, ну как бы мы ее ни называли, но люди начинают чувствовать друг друга, просто родные и близкие люди. Просто это, скажем так, единое во множестве. В этом смысл. И для многих это, скажем так, тех людей, которые не занимаются собой, не вникают в суть «АллатРа», вот оно и является непонятным. Сознание всегда стремится к чему? К власти над другим, над себе подобным. Но Личность никогда не стремится к этому. Вот парадокс. Человек свободный от шаблонов системы, свободный от того, кого в религиях называют дьяволом, у него кроме любви ничего нет. Да, есть желание, да, есть огромное стремление помочь, да, делают, рассказывают, но в то же время они свободны от всех вот этих таинств, еще чего-то. Ведь в «АллатРе» нет никакой тайны. Что еще вот многим людям, которые впервые сталкиваются с «АллатРой», что им непонятно, почему, что привлекает людей сюда вообще, вот, когда человек находится на, скажем, позициях таких утвержденных позиций сознания, когда он полностью подконтролен, то сознание абсолютно непонятно, что может людей в такой массе привлекать в «АллатРу». В тех же знаниях. Даже читая книги, некоторые люди, пропуская их через свое сознание, через свой образ. Единственное, что они в себе воспитывают, это некую зависть и ненависть. Но это же, опять-таки, те, кто занимается духовным развитием, они прекрасно понимают, что та же зависть, та же ненависть, исходящая от сознания, это как раз есть тот страж, который не пускает, который закрывает человека от духовных истин. Вот это самопоставление, да, то есть или же когда человек сам себя ставит на место какого-то там героя или еще чего-то. То есть не надо уподобляться, надо быть самим собой. То, что люди совершают ошибку, стремясь, скажем, обрести за счет духовного много каких-то материальных благ для себя, ну это, конечно, неправильно, и мы об этом говорим, что негоже у Бога просить ничего, кроме духовного спасения. Это правильно. Но сознание каждого, скажем, несвободного, незрелой Личности, оно манипулирует ими, и люди склонны к совершению ошибок. Другое дело, когда человек делает выбор окончательно, когда человек осознает совершение своих ошибок, и он просто понимает, что он сделал глупость, у него наступает внутренний катарсис, к нам приходит уже другой человек. Это не тот, что был, а приходит новая Личность. Но это его право, его выбор. Когда человек хоть немножко приоткрывается и воспринимает
ту истину, которая изложена, да, той же АллатРе или та, которая дается вот от людей, которые сами обретают опыт этот, то люди, обретая духовную свободу через АллатРа, они начинают понимать свои религии, они начинают их ценить по-другому и уважать. Это тоже важно, это тоже хорошо. Ведь я не помню таких случаев, что кто-то бросил ту религию, там перешел в другую или еще что-то в АллатРе. В повседневной жизни это происходит часто и повседневно, но приходит понимание, почему существует тот ритуал или другой, что этим хотели сказать. Ну, понятно, что многое плевил, которые также начинают понимать, ну, извините, побочный эффект истинных знаний. Это тоже люди чувствуют, и на сегодняшний день как раз в едином зерне много поднимают этих вопросов. Катарсис нужен везде, это нормально, ничего страшного в этом нет. И опять-таки создавали люди, писали люди, люди выдумывали ритуалы и тому подобное. Когда-то они были актуальны, сейчас они для многих непонятны, но большинство тех же ритуалов или тех же проведений, они необходимы просто как исторический факт. Пусть это как постановочное, театральное какое-то действие, но оно же заставляет людей задуматься о Боге. Разве это плохо? Это уже хорошо. Это опять-таки как тот же театр, который когда-то написана пьеса, но она ставится сегодня, и мы понимаем, как жили люди раньше. Так же и здесь, ведь это история наша. Как ее можно забывать или упускать? Это же наследие наших предков. Это тоже важно. Но не надо забывать о духовном спасении. Кроме вас, ребят, никто не пройдет ваш путь. Это тоже важно. На самом деле религии много хорошего приносят в эту жизнь. Та же мораль, та же история, ну и опять-таки духовный опыт людей, которым то наследие духовное, которым они делятся, его нельзя исключать. Ведь оно построено на пророках, оно построено на богах. И это важно, это нужно в действительности. И кто хочет и стремится к Богу, то, извините, ни один институт не помешает человеку прийти к Богу. Это его внутренние дела, это его, скажем так, жизнь, которую он сам обретает. Да, и… А мы всего лишь говорим о простоте пути, и мы всего лишь говорим о знаниях, но не больше. То, что действительно кроме человека никто не пройдет его путь, люди говорят об этом. Вот сейчас участники проекта «Единое зерно», они берут… Они общаются и берут интервью у ученых со всего мира, и также у людей в социальных опросах. И люди, они очень живо на эту тему беседуют, и все как один отмечают, что, ну вот даже на английском, на всех языках, там люди из Индии, Африки, Америки, они говорят, что мы чувствуем и видим, что человеку, у него необходимо иметь собственное отношение с Богом, own relationship with God, и как бы не, we don't need как бы man on top, middleman, да, посредников. То есть и люди, это, ну просто это даже удивительно, что первые же, к примеру, там люди, которые встречаются на пути, они об этом говорят, разных рас, разных национальностей, каждый на своем языке, выражают это немножко разными, конечно, ассоциациями и примерами в зависимости от культуры. Это, конечно, но суть культура одна, суть одна, что люди это понимают. Важно то, что люди понимают эту суть, они понимают ее объединяющее, разделяют, менталитет немножко другой, языки, опять-таки, если мы коснемся тех же форм общения вербальных, да, ведь много языков, технических языков, в буквальном смысле слова, в них нету даже понятия «душа» и «совесть» языка. Или они перепутаны совершенно. Или они совершенно искажены. Еще и смешанные со словом «сознание». Конечно. Это самые, конечно, такие. Это тоже фактор очень серьезный. Но, слава Богу, люди остаются людьми. Они как были внутренне стремящиеся личности к Богу, так они и остались. И достаточно им слегка даже соприкоснуться с истиной, как в них загорается это пламя, пламя Божьей любви, по-другому это не скажешь. И вот здесь, конечно, они готовы обогреть своим пламенем весь мир. Это замечательно. Это важно, это нужно. Участники международного общественного движения «АЛЛАТРА» из более чем 140 стран мира очень активно включились в процесс поиска, анализа, исследования всех единых зерен, которые лежат в основе нашей жизни и которые лежат в действительности в основе любой религии. Люди говорят открыто и правдиво о том, что разделяет нас только сознание, а объединяют люди и объединяет общее духовное достояние, которое одно на всех
и как обнаружение общих, единых для всех религий зерен помогает обнаружить и взрастить в себе тот дух единства, дружбы и взаимопонимания, который на самом деле является естественным для жизни человека и всего человечества. Das Projekt der Einheitliche Kern ist dafür berufen, alle Menschen auf diesem Planeten zu vereinen, auf der Grundlage des Inneren, des Geistlichen. Благодаря проекту «Единое зерно» стало изучаться духовные источники, везде прослеживается единое зерно. И вот уже пришло понимание, что разделяет нас сознание в угоду своим материальным желаниям. Несмотря на тот факт, у нас у всех единая суть, суть духовная. Единое зерно мясно канхатик проектин маснактутюн. Ксэм нранит в айс проектин маснактцеле шат хэтакхирир ев. Алатра имен дыль сэла сэптэн бэтам амсэгналу. Алатра но минасан га тотэмо, нандару, ясашикутэ, 親切というか、こう皆さん本当にいい人たち、オープンマインデッドで、アラトラの行動を促す取り組みをしているのは本当に素敵だなと思います。Universal Grain will bridge communities from all over the world. Scientists, scholars, researchers, historians. Приветствую ваше движение «Единое зерно». Если этой малогой заниматься, можно восстановить, как предки мыслили, и подойти чуть ближе к вещему. In ancient societies, their mythology, so to speak, it was very real, and it was part of their society, and it was indeed a code of moral value. Не только в религии нужно искать, а в науке нужно искать, и в искусстве нужно искать. Во всем нужно искать это единое зерно. Try and follow the knowledge that we gather from our experience, from understanding other cultures and other ways. And well, you see that in spite of what many people think, is the ancient Egyptians were not very not focused on death, they were very focused on life. You can call it love, you can call empathy, you can call it God. We have different words for that, but we have that feeling, so and that's what unites us. Я думаю, нас всех объединяет душа и то, что мы люди. Was denken Sie, was brauchen die Menschen, um friedlich zu leben? Also zum Beispiel ich denke, sie sind auch Mensch, ne? Und sie sind auch Mensch. Also so solche Begriff ist wichtig. And I consider everyone as like my fellow human beings. どんな人もそのなんか自分の心の中に何かあると思うんですよね。でもうこの地球上にいる人全部が熱いものを持ってて、そういうエネルギーっていうのが僕は人を団結させて、より世界全体をよりいいものにしていくものだと。Allah da bize her zaman der ki, kardeşçe yaşayın ve insanların barış içinde yaşamasını sağlaması için. Святость – это не что-то утопическое. Это первостепенная обязанность человека. Well, there's something that you always feel. It's like something that you feel between the people. Là ở trong người mình nghĩ cái điều gì là đúng thì nó sẽ là đúng. Yo pienso que sí, que estamos unidos todos en un, por un algo. Por un algo estamos todos, pero todos unidos. What can you say that unite whole people? I think what matters most is what you have inside you. And, I think what unites people most is the reason that we are on this planet, to find who you are, you know, to know how to come, because we have every resources inside us. Díky tomuhle projektu já jsem pochopila, jak to jediné, to, co máme všichni společné, a my poznáváme to, co sjednocuje všechny lidi na Zemi. Projekt Jediné zrno je opravdu nádherná spolupráce. V rámci celého hnutí Alatra poznávám, jak nádherná je spolupráce, jak nádherní jsou lidé a jaký obrovský dárek je možnost pracovat s nima. Velice vděčná za to, že se v něm můžu účastnit. Zajímá se absolutně věrně možným dělem. To, co vy děláte, sezidáte, donosíte do každého člověka i do jeho částice duše. I čtoby, konečně, ogromný
результат вашей работы повлиял, принес огромную пользу для всех людей во благо действительно добра, мира, любви. Мы Знание истории помогает формировать завтрашний день, это правда. Люди, которые упускают свою историю, они забывают не только то, что было, но они не понимают, что происходит сейчас, и это важный момент. Вот, Игорь Михайлович, к вопросу истории. Невозможно не обратить внимание на тот факт, что в современной цивилизации история преподносится и вообще, в принципе, рассматривается в первую очередь с точки зрения политических событий. Это всего лишь инструмент. К сожалению, историю многие используют как инструмент для достижения своих политических целей. Ну, не только политических, но и экономических. И, как правило, это частные интересы определенных групп людей. Поэтому многое подменялось. Далеко ходить не надо. Если мы глянем, ну, скажем, на тот же Древний Египет, да, приходил один фараон, тут же стирал именно другого и писал свои. Ну так люди устроены. Но мы говорим о истории, которую невозможно стереть. А той истории, которая действительно была, и она находится в памяти. На сегодняшний день мы находим массу подтверждений в тех же мегалитах и тому подобное, а про цивилизации так называемой, то есть предыдущей цивилизации, которая имела развитие гораздо выше, чем современная цивилизация. Они делали и создавали то, что на сегодняшний день нам не под силу. Но история это замалчивает, и наше существование как вида человека, как разумного существа, оно насчитывает всего лишь там 8-10 тысяч лет, а 12 тысяч лет назад и больше, оказывается, была цивилизация, которая превосходила нас. Ну, многие говорят, историки, что этого нет. Нет подтверждений, нет данных, ну что скажешь. Ну нет, а да. Так нету. Для них нету, для других есть. Да, таким образом получается, что история, она как бы как заложник политики. Хотя ведь ранее история, она преподавалась именно с точки зрения духовных знаний. Но это была немножко другая история. Это была не столько история, сколько наследие. И именно духовное наследие преподносилось. И история рассматривалась в другом ключе. Ведь на сегодняшний день история — это опять-таки инструмент манипуляции, не больше. Она стоит на службе у того, кого называют там в религиях дьявол, или же, скажем проще, интересах системы, сознания людей, их материальных заинтересованностей. Всего лишь навсего. Естественно, что когда-то были времена, когда история была источником духовных вдохновений, скажем так, людей. Но дело в том, что если не рассматривать историю именно с точки зрения, вот, как вы говорите, духовного наследия, ведь на самом деле невозможно и понять ничего, ни причин, ни следствий, событий, которые действительно стоят за тем театром политическим, который разворачивается и преподносится вот современному человечеству. Но это опять-таки один из инструментов, почему в современном мире история переделывалась и переделывается. Почему стираются те же наследия? Я как-то упоминал за сестер Аллат. Когда-то одни из первых мусульман, арабские кочевники, они ведь воспринимали и знали, что у Аллаха была жена Аллат. Это была их вера, была их религия. А ведь какое было отношение к Аллат?
толкования, опять-таки, тех же первых мусульман в этом отношении, и то, что происходило в последующие годы. На протяжении вот всех этих столетий, как уничтожались любые упоминания за Аллат. А ведь до ислама еще Аллат — это было то, что считалось силой Бога. И об этом все знали. И вот этот знак вот у нас в кубе вот на столе, мы его ж находим и в Триполии, и, извините, и в Америке, и по всему миру. Знаки, которые датируются 12 тысяч лет назад и более. Это ставит и археологов в тупик. Они говорят, ну это артефакт, которого быть не может. Да? Так же, как и мегалиты, так же, как и последствия ядерных взрывов и всего остального. Ну вот интересно, вот вы в прошлой нашей встрече упомянули великого мыслителя, шейха Мир Саид Берек. Берек. Да, который вот на границе 14-15 веков он написал трактат «Всевластие». В своем трактате Береке затронул и описал практически все аспекты жизни человека, жизни цивилизации и Вселенной. Вот. И что интересно, вот начал он свой трактат именно с истории. Ведь на самом деле и древние мудрецы, и это до нас дошло, вот, и вы сегодня уже это говорили, что кто не знает свою историю, тот обречен пережить ее снова. И в трактате «Всевластие» вот Береке он начал как раз с истории падения Атлантиды. И он рассказал и исторические предпосылки, и события, которые предшествовали, да, и причины, почему Атлантида была уничтожена. И кем? И кем, да. И этот трактат, как мы знаем, он недолго был доступен. Ну, почти 200 лет. Да, 200 лет, да, он был передан Тамерланом по просьбе Береке, последующим, скажем, хранителям знаний, да. Так называемым алаяром. Да, так называемым алаяром, совершенно верно. Вот. И, а через 200 лет, в конце 16 века, люди великого приматуса, они выкрали эту работу. Но... Не совсем выкрали, не завоевали. Ну да, элемент воровства там тоже присутствовал. Ну, все ценное кем-то узурпируется. Скажи, ведь этот трактат мог свести на нет весь институт, который был выстроен за, скажем так, 1600 лет. И если бы он был обнародован, а тогда уже почему они пошли на крайние меры, это тоже нужно учитывать. Ведь тогда началось очень много издаваться различных книг. А начали входить в моду знания. И достаточно представить себе, что взял бы какой-то алаяр и напечатал бы в открытую трактат «Всевластия», даже в сокращенном варианте, без элементов магических сил, приобретения этих сил, скажем так, а в простом сухом виде хотя бы ту же историю изложил, институты бы закончились. Да. Но, как вы уже сказали, да, Мир Саид Береке, он был алаяром, и… Но он был одним из последних аватхяров. Но больше уже ближе к алаярам. Да. И во всяком случае его называли алаяром при жизни. Да, и как уже говорилось, что в традиции алатхяров была именно устная передача знаний. А написание этого трактата «Всевласть» — это была как крайняя мера, связанная с определенными событиями. Вот. И дело в том, что вот один замечательный момент, что вместе с трактатом, который передал Тимур последующим хранителям, была передана сам принцип передачи традиция. Знаний. Да, сама традиция. Традиция сохранения истины. Да, 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 да. Сама именно передача устная. То есть, несмотря на то, что 200 лет хранили сам трактат, алаяры, они также его досконально изучали для того, чтобы можно было его передавать в устной форме. И, собственно, несмотря на то, что в конце 16 века узурпирован сам трактат, в 1616 году родился Суфи Алаяр. Да, это знаменитый поэт, философ, мистик 17 века.
Вот. И ему эти знания были переданы. И в конце уже 17 века он эти знания также изложил в своем трактате. И этот трактат, так же, как и с передачей устных знаний, он также... Трактат о вечности. Да, трактат о вечности. И вот трактат уже Суфия Лаяра, трактат о вечности, он дошел до наших дней. Он сохранился, да, время оно не щадит ничто. Конечно же, он уже достаточно ветхий, там не хватает. Но он сложный, но сейчас он сложно, согласитесь, передается переводу. Состояние не очень хорошее этого трактата. Но это не суть важно. Главное то, что в нем еще сохранено. Да, собственно говоря, почему о нем сейчас упомянул, потому что это как раз непосредственно касается вот тех тем, которые мы сейчас затронули, а в частности вот истории. А вот последняя часть трактата о так называемых последних временах, да, вот в ней Суфия Лаяр... А когда-то это называли времена перекрестья еще. О последних временах — это уже опять-таки влияние, которому подвергся сам суфий. И опять-таки те же традиции и использование тех же знаний. Уже они пошли более в таком человеческом, примитивном варианте. Ведь была упущена сама суть духовного развития. Если мы глянем на того же Суфия Лаяра, потому что многие начнут его возносить, хотя вклад он огромный сделал и в духовном развитии, и в основном для мусульман, для тюркских народов, ну и много, не только тюркских, но он почитался и, скажем так, довольно серьезно, потому что он обладал настоящими знаниями. Но как он их использовал? А если мы глянем, кем был он, кем были его братья, они использовали это для власти. Немножко, чуть-чуть для себя, но это же для власти. Опять узурпация, опять использование тех же сил и знаний для своего личного. Почему? Потому что еще до Берейки, тот же Берейка, он уже использовал эти знания как магию. Давайте вспомним историю за Тамерлана. Да. Не было бы Берейки, был бы Тимур, которого бы история не запомнила, и таких были тысяч, но он стал Тамерланом. И тот факт, что сам Тамерлан был удостоен великой чести быть захороненным у ног самого Берейки, говорит о том, кем на самом деле был Берейки. Весь мистицизм, даже сам тот факт, а он действительно был, что когда вскроется могила Тамерлана, начнется Великая война. Это же действительно было записано. И так оно и произошло, это факт, история. Но вопрос в том, что война началась не из-за того, что вскрыли, а здесь была обыкновенная, ну скажем, проскопия, да, людей, писавших это. И было понимание, что это вскроют именно тогда, когда начнется война. Здесь течение обстоятельств просто-напросто. Если бы они захотели, открыли бы это на год или пять лет раньше, то война бы не началась. А вот обязаны были вскрыть именно тогда, когда начнется война. И много таких привязок. Ну и к чему еще? Опять-таки, что он использовал знания как инструмент для возвеличивания себя и обретения собственной власти. А власть у Берейки была огромна. У суфия Лаяра она была поменьше, но тоже значима. И он тоже далеко не бедствовал, скажем, используя знания. В этом тоже смысл. Это правда, это жизнь. И если мы почитаем, ну, слава Богу, мы-то читаем, ну, может, Бог даст, и другие прочитают его трактат, и в нем сквозит опять-таки весь смысл и интерес самого суфия. Если мы возьмем другие его работы, которые он писал для людей, да, не для посвященных в тайну Алаяров, а для обычных людей, ведь там тоже сквозило очень много духовного и очень много от сознания, потому что они утратили то, что именно давали в мир сестры Аллат. Ведь они давали чистые знания, и они говорили о любви, об объединяющей любви. И они говорили, что силы Аллаха, силы Бога,
человек может использовать только для духовного, а свою физическую силу он должен использовать на приобретение хлеба. То есть материя должна заботиться о материи, а дух исключительно о духе. Велик соблазн, я понимаю, что хочется использовать силы, ну, чуть-чуть для себя. Сознание — великий хитрец. Совершенно правильно. И оно дало свой отпечаток, да, опять-таки. Безусловно, это интерпретация, и здесь не следует забывать о том, что… Если мы возьмем два трактата о Вечности, да, и о Всевласти и Береге, то мы опять-таки мы в них найдем огромные различия. Суть осталась та же, но при внесении от людей. А вот заметь, ведь первые аватхиара, которые несли знания, и до Береги, то, что записал он, ведь изменения произошли, конечно, серьезные, но в гораздо меньшем искажении, чем через 200 с хвостиком лет. Ведь суфий привнес изменения в трактат Береги, а у него же был трактат Береги о Вечном, гораздо больше, чем на протяжении стольких тысяч лет. И вот в этом парадокс. Нельзя заниматься тем, чем нельзя. Ведет к нехорошему. Говорят, можно ли убить дракона, который охраняет пещеру с золотом? Невозможно. Почему? Убив его, ты станешь им же. Вот в этом суть. Да, так вот в последнем разделе своего трактата Суфий Аль-Айяр как раз описывал последние времена, так называемые, да? Если мы посмотрим на нашу цивилизацию, то очень много совпадений, и очень именно вот в мелких деталях буквально. Вот он описывает о том, что людей на планете будет около 8 миллиардов человек. Он четко описывает техническое состояние цивилизации. То есть конец времен, технический прогресс, использование энергии. Да. Ну, углеводороды тогда уже немножко использовались в его время, но во всяком случае он описывал и о возобновляемых источниках энергии, и о том, что Солнце… Совершенно правильно. Да. Что людям не надо будет обладать великими тайными знаниями, чтобы слышать друг друга. Им достаточно будет всего лишь иметь в кармане. Да. Да. Это правда. Также он рассказывал и о том, что… Вот сегодня тоже это было упомянуто, что время очень ускорится. И очень большой сделал акцент на климатические перемены и на геофизические, которые будут происходить с планетой. Вот. И здесь, само собой, напрашивается параллель вот именно с, опять же, с началом трактата, еще с началом трактата Береги, который начинал именно с истории уничтожения, с истории падения Атлантиды. И если мы проведем параллели, мы найдем очень много. Вот для этого история нужна. Да. Зная прошлое, мы ведаем о будущем. В этом смысл. We'll be right back.
если мы глянем сегодня сложившуюся ситуацию, ну, кто-то отрицает глобальное потепление, кто-то за него борется. Ну, это ж, если честно говорить, то опять-таки это инструмент наживы для многих. И то, что происходит на сегодняшний день за окном, это не результат, вернее, не следствие деятельности человека, правильно? Конечно. То есть это не антропогенный фактор, это не результат деятельности, скажем, развития цивилизации, выбросы и все остальное. Оно влияет. Но я бы здесь сравнил влияние антропогенного фактора на глобальное потепление. Я извиняюсь за такой пример. Он, ну, немножко не совсем добрый, но он дает понимание. Когда человек заболел, к примеру, онкологией, и медицина уже отказалась, она ничего не может сделать. Вот доктора подняли руки, говорят, извините, вам осталось немного. А человек в это время продолжает нарушать режим питания и еще курит, негодяй. И вот здесь доктора приходят к выводу, что курение его убьет. Понимаете? Ну вот аналогичная ситуация у нас сейчас. То, что происходит, это один из циклов, в который мы входим, и он неизбежен. А человеческий фактор, ну, это все равно, что курение вот с нашим пациентом несчастным, понимаете? То есть, да, немножко мы усугубляем, день-два, не больше. По факту вообще это очень серьезная тема, и мы о ней говорили давно, и ну, сейчас говорят об этом многие. Но мало кто слышит. И опять-таки та информация, которая подается, это все равно как крики волки-волки, да, мальчик? Когда отару окружили волки, то сколько ни кричи, уже никто не верит. А по факту мы это видим уже за окном. Доклад о климатических изменениях, который был написан еще когда, ну, он более подробно рассказывает, хотя тоже в общих формах нельзя, к сожалению, нельзя, мы не имеем права это все привнести, скажем, народ, так же, вот как поступила НАСА, да, допустим, о 1 февраля 2019 года. 15 лет наблюдали астероид, вот он приближается, они выложили на 4 дня, какой ажиотаж начался. Они сняли, говорят, что пролетит мимо. Но в действительности никто не знает, прилетит он или не прилетит. Пролетит мимо или не пролетит. Это пока еще вопрос взвешенный, но угрожающий, потому что он может изменить очень многое и резко. Но даже если он не прилетит, и вот здесь получается момент, будет человек соблюдать диету и курить или не будет. Опять мы возвращаемся к нашему пациенту. Понятно, что тот астероид, который должен прилететь, он не уничтожит всю планету, но может пошкодить какой-нибудь континент, погибнут много людей. Но основная масса может выжить, но он ускорит сам процесс, так же, как и курение ускоряет процесс развития онкологии вот у пациента, которого мы привели пример. Это ведет к летальности неизбежно, но у нас много чего идет к нехорошему. И в принципе, может быть, это и справедливо. Многие скажут, ну как несправедливо, это же жизнь. А что мы делаем вот, в действительности для того, вот честно, вот положа руку на сердце, что мы делаем для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше? Всех людей, не свою лично. Ну разве не так? Каждый заботится о себе. Вот у нас 7,5 миллиардов, да, на сегодняшний день, ну почти ближе туда уж, к той цифре, которую озвучил Софи. Но в то же время, кто озабочен в действительности о человечестве как о единой семье? Нет, каждый озабочен о себе. Религии разъединены, они верят в одного Бога, но у каждого Бог почему-то вот с их стороны этот бриллиант отблескивает лучше. А с других сторон нет. Все разъединены политики, каждый думает о своем. Ну, политики понятно, за политиками стоят бизнес-интересы каких-то людей, определенных групп. Но сколько бы бизнесмен ни кушал, все это когда-то закончится. Разве не так? Ведь человек не может съесть больше того, что в него влезет. Извините за такой пример, но это правда. Сколько человеку надо? Да ничего. Но этому же примеру подвергаются и другие люди. И вот
когда говорят в таких случаях, ну это несправедливо, и Бог несправедлив, но Бог к этому вообще не имеет никакого отношения. Это все следствие нашей деятельности. И если мы внимательно глянем в, ну, в трактат «Береги, мы не глянем», но опять-таки даже Суфий Алайяр, он же описывает в своем трактате о последних днях, что возможность изменить и выжить есть у людей лишь одна, которой вряд ли они прибегнут. Вряд ли они прибегнут, он так и говорит. А возможность-то есть. А что нужно? И почему он так говорит? Ну давайте разберем. Просто чисто представим. Не приведи Господи сейчас, вот прямо сейчас это начнется. Что будет? Гибель очень многих людей приведет к разрушениям государств как институции. Что сформируется? Банды. Те банды, которые хорошо вооружены, они будут отымать кусок хлеба у деток и всех остальных. Ведь это же человечество проходило и не раз. Разве не так? Они будут бороться за то, чтобы выжить хоть еще один день. Хотя будет понимание, что все идем туда. Кто-то сможет противостоять тому, чтобы соединить людей, чтобы успокоить, разделить то оставшееся, что есть, и попытаться создать что-то новое. То есть единый такой вот. Он говорит, нет, никто не будет этим заниматься. Каждый будет выживать и бороться за себя. Разве не так? Так. А что сейчас люди делают для того, чтобы этого не было? Да ничего. По факту ничего. Если это не так, ну скажите, вот любой из вас, что вы сделали вот с утра, сегодня, что вы сделали вчера для объединения всех людей, для того, чтобы люди стали лучше, чище, для себя, чтобы сам стал лучше, чище, честнее, для того, чтобы пробудить в себе любовь и уважение к ближнему. А зачем? Простой вопрос. Мне же так хорошо, да? То есть я должен бороться за то, чтобы накопить что-то, как-то выжить и тому подобное. Опять животное. Животное начинает доминировать в человеке в случае какой-то опасности. Это инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Но извините, если люди превращаются в стадо, то результат неизбежен. И об этом говорилось не только Береке или Суфием Алайяром, об этом говорилось за много до них и не раз. История, она повторяется. И здесь не надо обладать даром предвидения или еще что-то для того, чтобы сказать, что будет. Опять-таки мы об этом говорим и говорим давно, но слава Богу, да, сейчас нас многие слышат. Но многие те, кто слышат, это песчинка на самом деле среди почти 8 миллиардов человек. Разве не так? К нам начнут прислушиваться более серьезно, когда заскрипит сапог. Я имею в виду Италию. То, что там произойдет, а мы об этом сейчас озвучим, вот тогда люди начнут задумываться. А может быть, мы правы. Но опять-таки, задумавшись, отвлекшись на что-то, человек начнет заниматься тем, чем обычно. Он не пойдет к соседу и скажет: «Сосед, а давай мы с тобой просто вот поговорим о душе, по душам или как угодно, вот просто по-человечески. Не с бутылкой «давай мы с тобой выпьем», а давай поговорим о вечном». Ну, можете себе представить такое? В массе. Тяжело, да? Вот Анечка даже заулыбалась, потому что это действительно тяжело себе представить. Ну, тогда можно взять бутылку, идти к соседу и сказать: «А давай мы друг друга поменем». И это будет правильно. Это не крики «волки-волки», это неизбежность, которая вот она за окном. Я проще скажу, не в моих правилах предсказывать что-то, давать прогнозы. Но я кратенько для уважаемых бизнесменов просто сейчас скажу, что я бы не делал длительных инвестиций во многие страны, но в том числе, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, в Японию, в Китай. Вот просто не делал бы. Я ничего плохого не имею, ничего не предрекаю. Это факты, которые не сотрешь. Да и вообще, что такое инвестиции, что такое деньги? Пройдет немножко времени, бумажка, она останется бумажкой. Я же молчу об этих криптовалютах или еще что-то, это исчезнет все в одночасье. Что потом? Но человечество, которое бы смогло объединиться, объединиться в любви, в уважении, как одна семья, какое оно должно быть на самом деле, все это человечество, оно бы смогло противостоять всему чему угодно.
понятно, что в любом случае уже поздно разворачивать историю и что-то делать. Мы, как бы мы этого ни хотели, мы не сможем прийти к тому, мы прошли то время для того, чтобы все прошло гладко и не было бы разрушений, не было бы катастроф в будущем. Это уже неизбежно. Вопрос в том, как мы пройдем этот период времени, с каким исходом, как вот тот пациент, который, мне рассказывал, что продолжал курить и нарушать диету, несмотря на поставленный диагноз, и чем это закончится, так же, как и для него, или все-таки будет шанс выжить, выжить, причем большинству человечества. И вот, вот здесь как раз и рождается легенда, которая была еще аж в те времена, что лишь верные выживут. И это не имелось в виду в том, что они обретут жизнь вечную за какие-то заслуги здесь, перед кем-то. Нет. Это имелось в виду банальная история, которая повторяется. Понятно, что смогут выжить лишь те, кто объединится в другом понимании. Не в физическом факторе, кто сильнее, у кого больше оружия, кто у кого что сможет отнять. Хотя при современном развитии ситуации оно так и будет. Но это что же ненадолго. Все заканчивается, и очень быстро, и условия крайне тяжелые. Ну и все закончится. Или же другой вариант, когда люди предпримут решающие шаги, и вот здесь как раз и говорилось о том, что смогут объединиться и смогут противостоять. Тогда не страшно будет, когда часть людей перейдет с одной точки планеты в другую. Везде у нас найдется место. По очереди можно спать и по очереди работать. А главное, что все живы и сыты. Разве не так? И все в любви. Но это возможно лишь только в том случае, когда будет достигнуто понимание в каждой семье, в каждом человеке, и когда все человечество станет одной семьей. И это возможно лишь на истине, на любви, на действительно духовной свободе. В другом случае все будет ужасно. Мы видели миграцию за последние годы всего лишь небольших групп людей. К чему это привело? Столкновение двух культур. Это горе для очень многих людей. Разве не так? Люди приходят в другую культуру со своей, со своими традициями. Они не понимают друг друга, потому что прежде всего они разделены сознанием. А если бы они действительно уважали друг друга и действительно любили, разве бы они так поступали? Что одни, что другие. Те бы их не считали беженцами и людьми второго сорта, а те бы уважали тех людей, к которым они пришли. Они пришли в гости, как можно не уважать хозяина? Или как можно не уважать гостя? Так опять-таки, с одной стороны пришли верующие, они пришли к кому? К верующим другим людям. И те верующие, и те верующие. Тогда извините, в кого они верят, раз они себя так ведут? Кому они служат? Или я не прав здесь, задавая простые вопросы? Я понимаю, что можно оспаривать мои слова и много говорить о Боге, но говорить о Боге и жить Богом — это разница огромная. И это правда. И поступать так, как подобает людям духовным, и рассказывать об этом — тоже разница огромная. Поэтому все в руках человечества. Пока еще есть шанс, но этот шанс лишь озвучивается. А вот будет ли он использован людьми или нет, опять-таки зависит от каждого. Вдохновятся ли те люди? Анечка говорил, истинное, когда кипит внутри и хочет обогреть всем этим теплом, потому что он прочувствовал эту любовь, потому что он понял эту истину, потому что он понял, что сознание лживо. Разве не так? Чем больше людей поймет, чем больше людей прекратит играть в духовность, а начнут жить действительно по заветам Божьим, не по тем заветам, что одни люди рассказывают другим, а по истинным заветам, внутренним. Каждый их знает. Разве не так? В этом смысл. Тогда всем будет лучше. Но это жизнь, и выбор остается за людьми. А то, что климатические события сегодня разворачиваются
к сожалению, в подтверждение наших слов, ну не только наших слов, в подтверждение опять-таки словам того же суфия и многих других. Это реальность сегодняшнего дня. Catastrophic consequences on a global scale for the civilization as a whole. Quante più persone possibile dalle macerie delle case, case inermate. Bilancio di una trentina di feriti e di danni sugli ingenti. Un tsunami che arrastrò tutta la costa nord-est. Il 9 但是我觉得纪录片的剧组他们正好就在现场拍摄。大家крупный град размером с бейсбольный мяч вот в штатах Колорадо. Four to five inches of ice. 带来北极冰寒空气的极地漩涡。Многие ученые отмечают эти события. Например, британские ученые подтверждают, что, например, Земля начала замедляться. И за последние 700 лет она замедлилась, они же измерили на 4 миллисекунды. Вроде бы немного, но… Это катастрофично. Да, но на самом деле это ведет к большой катастрофе. Дело в том, что когда Земля вращается, она немножко приплюснутая. Ну, как центробежная сила. Когда она начинает замедляться, она начинает принимать форму, близкую форме шара. Естественно, меняется площадь поверхности земного шара, и есть тектонические разломы, и, соответственно, плиты, они будут либо расходиться, либо наоборот находить на этого. И ученые прогнозируют, что, например, даже в этом году вулканическая активность на Земле должна увеличиться минимум в 2 раза. То есть они подсчитали, что примерно в среднем в год происходит 6-7 крупных землетрясений. Вот в этом году они ожидают порядка 30 крупных землетрясений. И, опять же, это ожидание. Реальность может оказаться совершенно иной. И мы видим… Достаточно одного серьезного. Да, однозначно, чтобы исчезло все человечество. Опять же, мы видим те климатические изменения, которые сейчас происходят на Земле. Выпадает снег в Сахаре, замерзает Флорида, замерзают крокодилы в реку. И происходит, по большому счету, вытеснение горячего воздуха с одних участков суши, и горячий воздух уходит в другие территории. А вообще климатологи говорят, что, например, на европейской части климат определяет 2 таких вот климатических столба. Это примерно Северно-Ледовитый океан и второе пустыня Сахара. И вот если пустыня Сахара у нас начинает замерзать, значит теплый воздух идет в европейскую часть, и мы видим, наблюдаем, что вот Новый год мы без снега встречаем, и здесь у нас очень тепло. А на самом деле это не очень хорошая ситуация, потому что идет перераспределение массы Земли, потому что, опять же, начинают таять вечная мерзлота, ледники. Миллиарды тонн. Миллиарды тонн, да. Мало того, что есть опасность, например, если начнут таять ледники в Северном Ледовитом океане, то, возможно, изменится плотность океана, так как он станет более опресненным, а там, как мы знаем, проходит, заканчивается примерно вот район Мурманска, чуть дальше. Гольфстрим, если это произойдет, он может просто встать. Если он встанет… Но он уже замедляется, это заметно. Если он встанет, тогда это будет фактически ледниковый период, который мы проходили. Для определенной части, да. Для другой, наоборот, будет резкая… например… Это не самое страшное, что может быть для человечества. Безусловно. Самое страшное – это… Та же самая сейсмическая активность, потому что, опять же, из-за распределения масс Земли… Тоже не самое страшное. Может привести к катастрофе. Катастрофе. Та же астероидная активность, да? Но я так понимаю, вы, наверное, имели в виду астероид 2002 НТ-7. Совершенно правильно, да. Они много говорят, скандально. Написано,
ожидали, ну, есть астероидная опасность. Но не его надо бояться. Да, это есть. Естественно. Бояться надо того, что мы разъединены, то, что мы пытаемся каждый доминировать. И в итоге, даже если не вдаваться в изменение климатическое и смотреть ситуацию политическую, то мы этого более чем достаточно. Элементарно уничтожить друг друга. Человечество уже переживало ядерную войну, и весьма катастрофично. Ну, уже не говоря про астероиды, потому что астероидов отметок очень много на Земле, огромных. Но... это тоже небольшая беда, с этим легко бороться. Невозможно бороться с выбором человеческим, это правда. Это да. Это свобода выбора, это святое, и что выбирают люди, то и происходит. На сегодняшний день, к сожалению, побеждают темные силы. И это тоже правда, это все знают. И самое удивительное, что люди, ну как, каждый, с кем не поговоришь, он воин света, не меньше. Но чем занимается целый день? Прислуживает системе. Это тоже правда. И вот как… Ну а опять же, наши эмоции, наши предпочтения, они же тоже… Формируются. Формируются, да. И они в том числе и формируют определенное поле эмоциональное. Конечно. Который очень сильно влияет на ту же Землю. А то, что это работает, то, что это действительно влияет и на окружающую среду, и на Землю. Ну, пожалуйста, вот пример на плохо видимых животных, скажем так, летающих, тех же плазмоидов. Ну. Опять же, этих плазмоидов что привлекает? Те же эмоции? А как же, конечно. Они, я так понимаю, питаются ими. То есть, соответственно, людям тут стоит задуматься, когда они проявляют гнев, ругаются, ненавидят, кому это выгодно. Завидим, да. Кому это выгодно. Кого они кормят. И что они воспитывают. Да. Стоит ли заводить тех же котов домашних, когда они заводят тех же плазмоидов вокруг себя? Назовем это так. Кот, видимо, его можно погладить, его можно выгнать. А вот невидимая часть, она, конечно, более губительна для человека. Ну вот для этого мы и продемонстрировали хотя бы эти фильмы. Кстати, очень многие люди этих плазмоидах в интернете многие пишут, например, даже при вспышке на фотоаппарат их часто можно заметить на фотографиях. Да, их очень много, да. Их массы. В комментариях под видео люди присылают свои фотографии. Ну, вот, ну конечно. Что, как они фотографируют плазмоидов? Да их же очень много, они кругом. Везде, где есть люди, я скажу проще, везде, где есть пища, есть тот, кто ее будет есть. Это точно. Это нормально. И вот смотрите, население Земли у нас возрастает, и оно получается в такой своей массе, если находится на позиции вот такой вот животного начала, как мы назовем, ненависти, какой-то вот гордыни, желания доминировать, то, естественно, негативная энергия увеличивается на Земле. Но увеличивается, начинает концентрироваться в каких-то местах. Но это, естественно, приводит к каким-то возмущениям, чисто природным. И, конечно, это приведет катастрофе. И здесь вот даже напрашивается такой вывод, исходя из трактатов, о которых говорил Андрей, что вот даже, может быть, 8 миллиардов — это критическая точка. Нет. Нет? Ни в коем случае. Даже наш земной шар, он может выдержать и 50 миллиардов, и ничего страшного, да. Не, и прокормить, и прокормить, и ничего, да, страшного не будет. Наоборот, Земля будет процветать, и никакие астероиды не будут угрожать, и землетрясения будут контролируемы. Все это можно. Ну, сейчас вот опять-таки для кого-то это звучит как сказка, но это все реально. Но напрашивается тогда вывод, что негатив притягивает к себе негатив. И если… Что посеешь, что, да, и пожнешь, это действительность, да, это правда. И вот заметьте, вот возвращаемся, люди, которые вот вдохновились на сегодня, сколько их отзывается. Ведь о чем они говорят? Когда они жили обычной человеческой жизнью, да, не замечая тех духовных порывов внутри себя. Насколько это все было временами радостно, но серое, серое и мертвое. И сейчас, когда они возгорелись, когда они прочувствовали и поняли эту суть, они начинают делиться. Они делятся с другими людьми и возгораются все сильнее. Ведь это ж правда? Да. Это правда, и цепочки событий, и случайностей случаются. То есть человек начинает этим делиться, и события сами так складываются, что появляются и возможности, чтобы это дальше. И это, знаете, показывает еще такой факт, что действительно стоит одному человеку этот свет внутри себя выбрать, как действительно оно порождает дальнейшую цепочку, ну, огромную, невероятную, которую сознание даже не может просчитать.
событий, конечно, которые порождают вот это к объединению, ну, дальнейший как бы импульс, и этот внутреннее понимание вот этого настоящего, что хочется его найти, обнаружить, объединяться, оно как раз их сподвигает к тому, чтобы присоединяться к движению. Сейчас идет огромное количество людей, присоединяющихся, и мы постоянно, этот процесс, он увеличивается, потому что каждый человек, он не просто хочет присоединиться, а он сразу же хочет действовать. Хорошее, оно создает хорошее. И получается, все-таки у человечества есть шанс все исправить и изменить. Не все. Не все. Но я скажу так, у человечества есть шанс выжить. Есть шанс выжить. Если шанс. Он поменяет вектор своего развития, если он все-таки поймет, что. Мы озвучили слова суфи. Угу. Ну, давайте вот. На них сосредоточимся, чтобы не делать свои выводы. Мы всего лишь говорим, люди, давайте любить друг друга, давайте быть людьми, достойными того, чтобы быть людьми.